Всем здарова, дорогие друзья, с вами Даваска. Буквально пару часов назад вышел новый тайный магазин. И давайте уже прямо сегодня соберем с ним сеты. Сеты будут как на мужика, так и на девушку, поэтому приятного просмотра. Если кушаете, то приятного аппетита. Погнали. Что ж, давайте для начала просто откроем сет на мужика и сет на девушку. А теперь собираем сеты. Так, давайте начнем с банданы. Она топовая, черненькая, но если вы выбивали этот, покупали этот сет только ради банданы, то не стоит одевать эту бандану с масками, вот с этими и т.д. Оденьте просто с очками вора в законе. Просто оцените вот этот сет, это сочетание, это имба. Что дальше я бы тоже же одел? Куртку с тайного, потом штаны с джекпота, который был вот недавно. И кроссовки техника. Это имбовый сет. Я так играл на арабском регионе. Это просто пушка. Еще можно заменить очки просто маской от этого же генерала. Или как он там называется. Нам нужна масочка. Она у нас вот. Тоже просто топово сочетается именно бандана и маска. Это тоже имба. Так, сочетание курточки. Под куртку нам нужны черные штаны, или в крайнем случае черные с красным или зеленые. Сейчас я вам все покажу и расскажу. А вот это как бы, ну, такое себе. Прикольно сочетаются джинсы, только сюда нужно подобрать кроссы. Давайте оденем ним какую-нибудь масочку и причесочку какую-нибудь популярную, ну, типа вот такой. А маску даже давайте оденем. Ну давайте очки вернем вора в законе. Они у нас где? Во. Так, и приступаем. Штанишки, в принципе, можно оставить вот эти. Потом они неплохо сочетаются вот с этими штанами. А потом вот с этими красными, черно-красными. Но именно под этот сет одевайте джазовые кроссы. Смотрится вообще просто офигенно. А потом подойдут, ну, с тайного 50 на 50, подойдут вот эти штаны красные, потому что и жилетка кожаная, и штаны кожаные, и вообще это имба. А подойдут еще штаны с пропуска, но именно под эти штаны, вот у меня просьба одевать как, или кроссы с прям низкие, по типу техника, или высокие сапоги по типу там алока, или этого пропуска, или пиратского пропуска, где он там. И в принципе вот это смотрится тоже сатильно, модно и нормально. Так, ну штаны, понятно, что они офигенно будут смотреться. Так, штаны алока вообще тоже офигенно подходят. Какую обувь одеть? Ну, я бы одел какие-нибудь тоже черные кроссы, но можно даже и белые рассмотреть. Типа, почему бы и нет. А другие черные штаны такое себе. Вот были бы снизу эти черные штаны не желтые, а красные, был бы офигенно. Но, в принципе, можно закрыть их как-нибудь. Не вот так, но как-нибудь вот так вот. И тоже почему бы и нет. Ну, что-то типа бы вот такого. Вот, черные штанишки, но офигенно на подходит инкуб джекпот. Вот тот, который я был, с которым я вчера собирал сеты. Просто тоже офигенно. Джазовые штаны тоже топово подходят. Именно под джазовые штаны вот эти тикросы. И пушка, гонка, конфетка. Вы, наверное, у меня спросите, почему я не изменял вверх. Ну, как бы под вверх вы можете одеть абсолютно любую маску, что-то типа вот такого. Кстати, вот с этой маской рассмотрите вот эту
пандану, потому что, ну, ну, прикольно сочетается. Еще торс офигенно смотрится с маской с первого и третьего пропуска. Это просто имба. И с зомби-самураем и с пропуском тоже смотрится неплохо. Пропуск у нас вот он. И смотрите, тоже имбовый сет. Так, штаны от этого тайного магазина. Они у нас вот. Это такие джинсы, которые тоже неплохо сочетаются и по красоте. С чем можно одевать эти джинсы? Ну, какой-нибудь синий верх по типу вот такого. И очечи нужны фиолетовые. Фиолетовые именно. Вот они. И причесочку алок можно оставить с инкубатора, кстати, вот такого. Или с тайного магазина. И, в принципе, тоже неплохой сет у нас получается. А чё за другими верхами? Ну, нужно подобрать что-нибудь такое более-менее классическое по типу, да, ну, плащ у Алока такой себе, к вот этому джекпоту комиссару называется прикольно. Топово смотрится вот с этой курточкой, с пропуском со вторым. И вроде бы все. Дальше пошли такие себе сеты с пиджаком. Ну, с пиджаком тоже по приколу смотрится. А насчет обуви, это черные такие кожаные, а-ля какие бутсы. И именно с ними, я не знаю, просто практически под любой черный сет. Теперь сеты на девушку. Меня многие просили, чтобы я начал делать сеты на девушку. А так как в обновлении способность Алока можно наставить на девушку, то в скором времени и женские сеты я тоже буду собирать. Итак, у нас топовая причесочка. Мне всегда было интересно, как с... Вот это офигенно сочетается. И сейчас нужно подобрать какой-нибудь торс, какой-нибудь черненький или красненький. Вот этот с инкубатора топово подходит. Кросса давайте оставим, техника. И оденем юбку модератора. Где она? Во. Сет вообще имбовый, топово сочетается. А по поводу сочетания с другими верхами, ну, нужно просто подобрать что-нибудь, было прям такое имбовое. Так, просто полистаем. Ну, можно с золотым джекпотом. Ну, как по мне, это такое себе. Так, курточка. Курточка тут просто офигенная. Но я бы одел прическу с пропуска, масочку, во, и штаны, потому что это тут жопа огромная. Вот, ля, отвечаю, если бы я играл за девушку, я бы одел вот этот сет и не снимал его. Он офигенно просто сочетается. Также сюда можно добавить шортики или юбочку модератора. Смотреться тоже будет, в принципе, топово. Но мне кажется, что... А, и вот эти черные штаны со штанами тоже офигенно смотрятся. Но мне вот эти джинсы понравились больше. А что можно надевать с джинсами? Мне кажется, что просто любое черное. Кстати, я забыл. Если вы досмотрели, то вот тоже охеренный сет. Одна девушка, в принципе, это солдат ЧС. Он или есть, или уже, по-моему, он уже есть в обменнике закуп. Посмотрите, как красиво смотрится этот сет. Это просто нечто. Так, мне кажется, что идеальней куртки модератора у нас не будет. Хотя вот этот торс тоже по кайфу сочетается. И курточка модератора, вот. Ля, я никогда не был в таком восторге от женского сета, потому что, как по мне, это идеальнейший набор на девушку. И он даже переплюнул первый пропуск в моих глазах. Поэтому я надеюсь, что вы посмотрели сеты в этом видосе и решили для себя, вы будете покупать тайный магазин или нет. Я надеюсь, что как-то я вам и помог. Всем спасибо за просмотр, всем удачи, всем пока и добре будет с вами Скилл. Yeah.
dropped out of school, now we done rich. This sound like some 4301 shit. All my niggas wanna do is pop style. Turn my birthday.